The beautiful dust of whose lotus feet is hardly attained by Lord Brahma, Lord Shiva, and others, and whose merciful glance, which is endowed with the most astonishing brows, showers the nectar of the essence of all human pursuits, love of God. Я приношу свои поклоны дочери Махараджи Вришабану, Шри Радике. Прекрасная пыль с ее лотосных стоп труднодостижима даже для Господа Брахмы, Шивы и других. Ее милостивый взгляд наделяет бесстрашием и являет нектарную суть всех целей человека — любовь к Богу. Шри Радха Глорис, комментарий. Слава Шри Радхе, комментарий. In Chaitanya Charamrita it is said. Читание Чаритамриты говорится. One's heart becomes fixed. Если чье-то сердце сосредоточено. In faith with one is aware of God's greatness. Если чье-то сердце сосредоточено на вере, тогда он начинает осознавать величие Господа. And for this reason, Шипада, и по этой причине Шипада continues his auspicious invocation of Radha Rasa Sudanidhi. По этой причине Шипада продолжает свое благоприятное воззвание Шри Радха Раса Суданидхи. By praising the brows of Shri Radha. Прославляя славу Шри Радхи. Rasa, spiritual flower, is built on the foundation of tattva, spiritual shrub. Раса или духовный вкус стоит на фундаменте таттвы или духовной истины. Can you repeat this from the latter? Yes. I think I misunderstood. It is rasa, spiritual flavor, no? Yes. Because I don't have the book. Yes, flavor. Rasa. And I think it's a very important important point. Okay. Rasa, spiritual flavor, is built on the foundation of tattva, spiritual shrub. Раса или духовный вкус стоит на фундаменте таттвы, духовной истины. When that foundation is not there, если этого фундамента нет, when one discards of does not know spiritual shrub, когда фундамента нет, то есть духовная истина неизвестна. The rasa may seem to be mundane. Тогда эта раса может показаться мирской. In his commentary, в своем комментарии, of the Bhagavad Sri Jiva Goswami writes, в своем комментарии на стихи Бхагаваты Шрила Джива Госвами пишет: God is the supreme shrub. Господь — это верховная истина, who is fully of extraordinary self-perfect prowess and sweetness. Господь — это верховная истина, полная сверхъестественных достоинств и сладости. In the fourth chapter of the Patala Kanda of Padma Purana, Sri Narada Muni offers most respectful prayers to Sri Radha. В 40-й главе Патала Канды Падма Пураны Шри Нарада Муни произносит множество почтительных
приносит множество почтительных поклонов Шри Радике. Рачадама is the abode of sweetness, and Sri Radharani is sweetness personified. Раджадхама — это обитель сладости, а Шри Радхарани — это воплощение всей этой сладости. Therefore, the Gaudiya Vaishnava Acharyas show all the devotees of the world who meditate on the Lord's Vrindavana pastimes the sweetness of Sri Radha. Поэтому Ачарьи, Гаудия Вайшнавов, указывают всем преданным мира, медитирующим на игры Господа во Вриндаване, сладость Шри Радхики. But sometimes the Goswamis also hint at her great majestic aspect. Однако иногда Госвами также показывают ее аспект могущества, which is the foundation on which the palace of her charming sweetness is built, который находится в основании ее очаровательной сладости. Such is the case in this and in the next verse. Так это объясняется как в этом стихе, так и в последующих стихах. The dust of Sri Radha's lotus feet has such divine power. Пыль с лотосных стоп Шри Радхики обладает таким божественным могуществом, that it cannot even be perceived by great gods like Lord Brahma. Что этого не могут осознать даже величайшие полубоги, такие как Господь Брахма. In Srimad Bhagavata it is mentioned that Lord Brahma was astonished at seeing the sweetness of Krishna's Buganda Lila pastime as a 5-9-year-old boy. В Шримад-Бхагаватам обсуждается, как Господь Брахма был изумлен, когда он увидел сладость Буганда Лилы Кришны. Это его игры с 5 до 9 лет. Of having a picnic on the bank of the Yamuna, когда он завтракал на берегу Ямуна. And that he offered many prayers to Krishna. И тогда он вознес множество молитв Кришне. Some full of sweetness and some full of reverence, for instance. Некоторые из них были в настроении благоговения и почтения, а некоторые были исполнены сладости. Шримад Бхагавата 10.14.34. Например, Шримад Бхагаватам 10.14.34 он сказал: I will be most blessed if I can take any kind of birth, even a superman one, in this forest of Gokula. Я буду наиболее благословлен, если смогу принять какое-либо рождение даже в форме ниже человеческой, в лесу Гокулы. So that I can be sprinkled by the foot dust of one of his inhabitants, whose very life is the Supreme Lord Mukunda. Чтобы быть осыпанным пылью с лотосных стоп его обитателей, чья жизнь и душа — это Верховный Господь Мукунда. Whose foot dust is even now sought for by the Vedas. Чья пыль со стоп прославлена в Ведах. In his Sararta Varshini commentary on this verse, Sri Vishwanatha Chakravartipada writes that Lord Brahma was so astonished
by seeing Krishna's pastimes, that he did not have the courage of directly ask for the dust from the lotus feet of the cow herd boys. В своей Сарартха Даршине, в комментарии на этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур написал, что Господь Брахма был так изумлен, увидев игры Кришны, что он напрямую попросил пыль с лотосных стоп друзей Кришны, мальчиков-пастушков. Therefore, he prayed that he could burst as a time or to outside the house of any low caste person living on the outskirts of Raja. Поэтому Господь Брахма молится о том, чтобы родиться хотя бы вблизи домов любых людей в Раджа, даже низкорожденных, которые проживают в окрестностях Вриндавана. So that he can sprinkle his whole body with that person's foot dust. Чтобы он мог получить возможность осыпать все свое тело пылью с их стоп. From this, it is easy to understand that it is very difficult for Lord Brahma to have a glimpse of the dust from Vrishabhanu, Nandini, Radha's lotus feet. Из этого легко понять, что Господу Брахме очень сложно получить пыль, даже приблизиться к этой пыли со стоп Вришабану, Нандини, Шри Радхарани. The dust of the cowherd boys and girls of Raja is also difficult to attain in Lord Shiva's abode. Пыль мальчиков-пастушков и пастушек в Радже также труднодостижима и для Господа Шивы, который живет на Кайласе. Кайласа, so Lord Shiva's residence in Vraja under the name of Gopishvara. И в надежде когда-нибудь получить эту пыль, Господь Шива рождается, обретает жизнь во Врадже под именем Гопешвары. Hoping to attain some of that dust. Надеясь получить когда-нибудь немного этой пыли. But when Radha and the gopis saw him, но когда Радхика и Гопи увидели его, they prayed for the dust of his lotus feet instead. Они вместо этого стали молить о получении его пыли с его лотосных стоп. Instead hoping that in this way they could attain Shri Krishna. В надежде, что благодаря этой пыли они смогут достичь своего Шри Кришны. Thus, it is very hard for Shriman Mahadeva to attain Shri Radha's foot dust also. Поэтому для Шримана Махадевы также очень нелегко достичь этой пыли с лотосных стоп Шри Радхики. The dust of Shri Radha's lotus feet is called Shrimat. В этом стихе пыль с лотосных стоп Радхики называется словом Шримат. Or filled with opulences, her. Или исполненное божественным достоянием. Even I didn't understand the last sentence. Can you repeat? Because yes, the dust is important. The dust of Sri Radha's lotus feet is called Shrimat. Or filled. Пыль с лотосных стоп Шри Радхики в этом стихе называется словом Шримат. Or filled with opulences. Или all filled with opulences, Acha.
with opulences her. What? With opulences her, H-E-R-E, here, her. Opulences, opulences, her. Wow. Пыль в этом стихе называется шимат. Это слово означает исполненное божественного могущества. Even for the goddess of fortune, Lakshmi Devi. Даже богиня удачи Лакшми Деви. The foot dust is very difficult to attain. Также очень трудно достичь этой пыли с ее стоп. In Shrimad Bhagavata 10.16.36 В Шримад Бхагаватам 10.16.36 The wives of the Kaya snake say that the goddess of fortune gave up the sight of her divine husband Narayana by her own will and took shelter of Vrindavana to perform harsh austerities there. Жены змея Кали сказали, что сама богиня удачи Лакшми по своей воле оставила своего мужа Нараяну и приняла прибежище Вриндавана, где она стала совершать очень суровые аскезы. Hoping for the foot dust of Sri Krishna. Надеясь получить пыль со стоп Шри Кришны. But that until now she has not been able to get it. Но даже для нее это казалось невозможным, и она все еще продолжает это делать сейчас. Why not? Почему так? In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 8 it is explained. Chaitanya Charitamrita в Мадья Лиле, 8 главе, это объясняется так. If you worship the prince of Raja in a reverential mood with following the footsteps of the gopis, you will not attain him. Если ты поклоняешься принцу Враджа в настроении почтения и не следуешь по стопам гопи, то ты не достигнешь его. Lakshmi Devi is the best example of that. И Лакшми Деви лучший пример этому. Also, she did worship Krishna as the prince of Raj, she did not attain him. Несмотря на то, что она поклонялась Кришне как принцу Враджа, но она не достигла его. The Lord's greatest devotee, Uddhava Mahashaya. Величайший преданный Господа, Уддхава Махашай. Was astonished when he saw the greatness of the gopis' love for Krishna, and he praised them. Он был очень изумлен, когда увидел величие любви гопи к Кришне, и он прославил их. Praying for a birth in Vraja, even он молил о рождении во Врадже. Even as a blade of grass. Даже как сухой травинки. So that he could get the gopis' foot dust on his head. Так, чтобы он смог получать пыль с лотосных стоп гопи себе на голову. This is written with golden syllables in the pages of Shrimad Bhagavata, Canto 10, Chapter 47. Это написано золотыми буквами на страницах Шримад Бхагаватам, 10 песни, 47 главы. Раде, Раде, I would like to
maybe summarize what we have listened so far. Я сейчас хотела бы подытожить, что мы сейчас прочитали. Yes, please. And maybe also, hey, Raghunath Pai, don't disappear. Или Raghunath Prabhu, тоже не исчезайте далеко. You are the messenger. Actually, Ayush and Ani are going to Delhi, so they just came. We will just say goodbye to them, but you're listening, yeah? Сейчас преданные уже в Дели и преданные из Мангермандира хотят попрощаться, поэтому они сейчас отошли от экрана. So, this verse of Radharas Sudhanidhi is explaining about the glories of Shrimati Radhika's foot dust. Этот стих Шри Радарас Суданидхи описывает славу пыли со стоп Радхики. And Anandadas Babaji Maharaj is explaining the glories of her foot dust is to be understood in two different ways. И Шипат Анандадас Бабаджи здесь объясняет, что есть два способа восприятия пыли со стоп Радхики. One way is to understand it in the way of tattva or spiritual truth. Первый путь — это понимать эту пыль с позиции таттвы или духовных истин. And the other way is to understand it in the way of rasa or spiritual flavor. А второй путь понимания этой пыли — это с точки зрения расы или духовных вкусов. This is a very interesting and also deep topic that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining in Raga Vatma Chandrika. И эту тему очень хорошо освещает Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своей Рага Ватма Чандрике, очень глубоко исследует эту тему. And that we have listened from our different teachers many times, because it is important. И мы слушали об этом от наших разных учителей очень много раз, потому что это действительно важная тема. The relationship between tattva and rasa is like the relationship in building a house, and the foundation and the top. Отношение между таттвой и расой можно сравнить с построением дома, то есть с основой, с фундаментом и уже с тем, что возвышается над землей. Our dear most Srila Gurudev Narayan Maharaj, she also explained it very nicely in the chapter of the Hidden Path of Devotion, where it deals between Audhaya or the opulence aspect and Madhurya, the sweetness aspect. И наша Шрила Гурудев Нараяна Махарадж это очень хорошо объяснил в своей книге «Сокровенный путь преданности» в той главе, где обсуждалась Айшвария и Мадхурия, великолепие и сладость. So when we build a house, our Gurudev is always explaining Gurudev Sadhu Maharaj. I have to differentiate because sometimes I switch because I have heard from both of them, and that is very, very dear to me. Я буду говорить о своих, я называю и обоих своих учителями, моими дорогими Гурудевами, и Нараяну Госвами Махараджи, и дорогого Саду Махараджи, потому что оба они мне очень дороги, они для меня одно, поэтому я буду переключаться между ними, упоминать их слова и того, и того. He says, when you build a house, you first have to build the foundation. The foundation is like the thing that holds everything. It is Narayana Maharaj said. No, Sadhu Maharaj. Sadhu Maharaj. И Sadhu Maharaj говорил, что вам сначала для того, чтобы выстроить дом, конечно, нужно начать с фундамента. The foundation is also like the thing that goes into the earth. It's like the cellar and the you know, it holds the whole house. Фундамент — это что такое? Это такая основа, которая находится глубоко под землей, и она будет держать весь этот огромный дом, который выстроится потом. But
We don't live in the cellar, we don't live in the foundation. Но кто же живет в подвале, да? Кто живет в фундаменте? Никто там не живет. We built the rooms, we have the windows, we have the variety of the different levels of the house. Мы будем жить над землей, когда мы построим стены, когда мы сделаем окна, когда мы построим несколько этажей. Мы будем жить там. So in the same way here, this is explained that the truth or the knowledge about Krishna's Godhead or Shrimati Radhika's goddessness. И здесь говорится о том, что вот это знание о том, что Кришна — Верховный Господь или Радхика — это Верховная Богиня. Is the foundation of everything which is found, especially also explained in Shrimad Bhagavatam. Он говорит о том, что это знание, это вот эта основа, этот фундамент, который приводится в Шримад Бхагаватам также. That's why we listen all the different lilas and stories of Shrimad Bhagavatam. Именно поэтому нам, мы слушаем, мы читаем Шримад Бхагаватам и слушаем лилу оттуда. And listen about the glories of Krishna. And we listen about the glories of the Gopi. И мы слушаем оттуда о славе Кришны, о славе Гопи. But if we want to enter into the sweet mood of Vrindavan, the foot of Shrimati Radhika, Gopis. Sorry, can you repeat? Interruption in internet connection. If we want to enter into the sweet Vrindavan, we need the foot dust material. Но если мы хотим войти в это сладостное настроение... Rade? Yes, Rade, Rade. Interruptions, a little bit in, interruptions in connection, but I caught the your voice. Okay, you translated that, that we need... Если мы хотим войти... Yes, Если мы хотим войти в сладкое настроение Вриндавана, мы должны пыль. And the highest Брачабаси, who pleases Krishna the most, who is actually, she is the origin of all Vrindavan, Shrimati Radhika, our Swamini. Если мы хотим прикоснуться и войти в это настроение вечных Враджаваси, Вриндавана, то нам нужна пыль именно с лотосных стоп Враджаваси, не просто Враджаваси, а нашей с вами, нашей Мати Радики, потому что из них всех она наивысшая. Girls who fall in love, and we are thinking that this is Vrindavan, then it is a mundane human application, which is not helpful. Если мы воспринимаем вриндаванские лилы просто с точки зрения материальной любви, отношений, там, влюблённых девушек, как оно всё бывает, то тогда это будет мирское восприятие. So that's like superimposing something worldly on the divine couple. Это получится, что мы просто переносим наши материалистичные представления на божественную чету. That's why Srila Narayan Maharaj, she said, Srila Prabhupada told you that Krishna is the supreme personality of Godhead, but I will help you to understand that he is not God in Vrindavan. Поэтому Шрила Нараяна Махарадж говорил ученикам Прабхупады: «Вам Прабхупада сказал, что Кришна — это верховная личность Бога, но я помогу вам понять, что это не так, каким его воспринимают во Вриндаване, совсем не Богом». In Vrindavan, he is the beloved of Shrimati Radhika. Во Вриндаване он только возлюбленный Шри Радхики. Thank you.
And that is only this mercy can only come through the foot dust of. This is like a sprinkling of the magic foot dust of Shrimati Radhika on our heads. И воспринимать Кришну как возлюбленным Радики, этого можно достичь только если посыпать вот как этой волшебной пыльцой себе на голову, этой пылью со стоп Радики. And how is the dust of Shri Radhika attained? Как же достичь пыли со стоп Радики? By her dasis. Только за счет ее даси. С помощью ее даси, ее служанок. So we know that our teachers, they are all dasis of Shrimati Radhika. Мы знаем, что все наши учителя, они являются служанками Шримати Радики. So they reveal to us through their mercy of their foot dust, her glories and her feelings. И они своей милостью раскрывают нам ее славу, ее чувства. And it is something that not even Lord Brahma and Lord Shiva can attain. И нужно понимать, что этого не могут так легко достигнуть ни Господь Брахма, ни Господь Шива. And not even the goddess of fortune, Lakshmi, she can also not attain this position. Даже сама Лакшми не может достичь, все еще не может достичь этого положения. This seems to be a very difficult thing for the mind to comprehend. Ну, умом это очень тяжело понять, да, как это так, такие возвышенные личности. Once I was at Udavakyari, you know, it's a one place in close by Radhakund. Помните, на Радакунде есть Удавакьяри, такое местечко, небольшая кунда. And I was thinking, Удаваджи is praying to be the grass. And Brahma is also praying to be something like a dust, like a piece of tiny, tiny sand. И в том месте я задумалась, ведь Удава, он молится о том, чтобы стать просто травинкой, каким-то кустиком, и Брахма молится и того хуже, да, вообще, чем-то незначительным. And me, I was born in the deepest, you know, Kali-Yuga, but how can I pray for Shrimati Radhika's service like this, just given to me by Mahaprabhu's mercy, by Gurudev's mercy? Я подумала, как же я, рождённая в эту глубокую, тёмную эпоху Кали-Юги, могу молиться о таком возвышенном? Да, эту милость принёс нам Махапрабху и наши гуру, да, желание стать служанкой Радхики. Как я могу о таком молиться? This is really some amazing mercy we have. И нужно понимать, что это просто невообразимая милость, которую мы обрели, имеем. And this is only happening because Shri Chaitanya, Shrimati Radhika came as Shri Chaitanya with her beloved in one person. И нужно понимать, что это только благодаря милости Шри Чайтаньи, которая, по сути, сама Радхика, да, это вот воплощенная в одном теле двое возлюбленных, только благодаря его милости мы можем молиться об этом и обрести это. And all our Guru Vargas, they are sharing their realizations and they are opening their hearts according to own heart, feelings in this. И каждый из наших гуру варги, каждый учитель, он делится своими осознаниями и своим собственным уникальным настроением, что все они разные. And according to their realizations and their feelings, they will open up to us. И в соответствии с их чувствами и с их реализациями это раскроется и нам. This is also their mercy for us. This is their feeling to help us to come out of the consciousness. И это также их милость к нам, что они помогают нам раскрыться и выйти из этого ограниченного сознания.
So our Sadhu Maharaj, our Gurudev, is so generous, we cannot even understand how generous he is. И наш Саду Махарадж, да, наш Шила Гурудев, они настолько милостивы к нам, что это, ну, даже непостижимо. То есть задумаешься и диву даешься. So I just want to share this, that it is amazing, and it is our very much desire to also share this mercy, to make them happy, to help them in their service. Я просто хотела еще одной мыслью поделиться, что мы, как ученики, должны тоже делиться этим, ну, на том уровне, на каком можем, потому что это их порадует, это им большая помощь. Jai Radhe. Maybe you also want to share Raghunath Bhaiya or Gopinath Bhaiya. Say something on this. Yeah, we have a little open house here. Everybody, they are all leaving. So сегодня все уезжают. Okay. The whole family, but I would like to. Вся семья уезжает сегодня. Yeah, it's so beautiful what Suniti said, and I just remembered one playtime. Прекрасные слова, которые сейчас сказала Сунити, и я тоже вспомнил один случай. So you can imagine it's not easy for Krishna also to escape sometimes. Вы знаете, что Кришне не просто иногда порой сбежать. There also is superiors around. Потому что вокруг него всегда есть старшие. But he was so intoxicated with love for Radha because he was only chanting the name of Radha. Но он, воспевая имена Радхики, где он на месте, он становится настолько начинает сходить с ума по ней. So he ran out, he managed somehow to escape, and he ran into the forest. Каким-то образом ему удается избежать всех своих старших и убежать в лес. But he was so intoxicated. Но он находится в таком опьянённом состоянии. With the love of Radha. Любовью Радхики. That he went to the wrong kuncha. Что он сбивается с пути и заходит в чужую кунжу. He ran to that kuncha and he wanted to see her. He wanted to see her. Was so much enchanted to see her. And he was running into this kuncha and she was not there. He was totally disappointed. И он бежит с таким сильным желанием увидеть свою возлюбленную, но он путается в кунже, и он забегает туда и видит, что ее нет, и он полностью разочарован. So suddenly he went out. He said, I have to find her. I ran around in the forest. And suddenly he saw the footprints of Radha. И он выбегает из этой кунжи, и он думает, мне надо найти ее, мне нужно найти ее. И тут он видит на дорожке ее следы. And what he did is, he smeared all over his body the foot dust of Radha with the footprints of her. И что он делает? Он просто покрывает всего себя сверху донизу этой пылью со стоп, со следов Радхики. And he was really totally absorbed in Radha Radha. He was only crying and chanting Radha Radha and smearing the foot dust from Radharani all over his body. И в это время он только повторяет ее имена Радха Радха, и он полностью безумен, он растирает всю эту пыль по всему своему телу. And we as Manjaris, we were so happy to see this. И мы как манджари очень счастливы видеть его в таком состоянии. And we told Radha about it. И потом манджари. И потом манджари идут в соседнюю кунжу, где Радика находится, и рассказывают о том, что делает Кришна. So Radharani also came and saw this. Да. И Радика сама смотрит на это, да, на то, что происходит.
And she was so enchanted with that love. She could not understand how much he loves her. И она настолько очарована тем, что она видит его любовью, и она пытается понять, насколько же сильно он любит ее. And then the playtime goes on, but I don't want to make it longer, and it gets very intimate. So what happened is, if you see how important the foot dust of Radha is for Krishna himself. И я не буду дальше продолжать, потому что игра долгая, и потом идут сокровенные игры. Я просто хочу сказать о том, что просто посмотрите, насколько важна эта пыль для самого Кришны. And actually, when Raghunath Das Goswami rolled in the banks of Radhakunda, когда Рагунатха Даса Госвами катался на берегах Радхакунды, he was rolling in the foot dust of Radharani. Он в чем он катался? Он катался в пыли с лотосных стоп Радхарани. And in the case of Raghunath and in the case of Krishna, when they are rolling in the foot dust of Radha. Что касается, когда Кришна катался в пыли со стоп Радхики и Рагунат Дас Госвами делал то же самое. You see what happens? Видите, что происходит? You see how powerful the foot dust is of Radha? Посмотрите, насколько же могущественна пыль с лотосных стоп Радхики. She stands right in front of them who are rolling in the foot dust. Она стоит прямо напротив них, тех, кто катается в ее пыли. It's such an intense moment, either for Krishna or for Raghunath Das Goswami. И это такой мощный момент и для Кришны, и для Рагунатхи Даса Госвами. That in the case of Raghunath Das, immediately he leaves his sadakteya. И для Рагунатхи Даса Госвами это означает, что он оставляет свое сознание, свою садакадеху. And immediately he can be in his swarup. И он тут же в своей сварупе оказывается. So we all feel and understand that Raghunath in his sadakdeha is male. He has a male body. Понимаем, что Рагунат Дас Госвами в своем садакадехе он в мужском теле. But the reality and his real identity is a female body. Но его реальность, его духовная идентичность — это тело девочки. So we can hope that when we roll in the foot dust of Radha, that we also get that female consciousness, our real identity, that we can feel our real identity, and then we can feel love and harmony and everything what is so beautiful and what we all searching for. И мы надеемся, что катаясь в лотосной в пыли с лотосных стоп Радхики, мы обретем нашу истину, наше истинное самоотождествление, да, нашу сиддадеху и вот это состояние сознания женщины, да, женское состояние сознания манджари, и тогда к нам придет и гармония, и все самое хорошее. Eternal happiness. Вечное счастье и любовь. And that is when we don't live anymore in that foundation, what Suniti was telling from the house. Now we live in the second, third, fourth floor, wherever, but we live in the house, not in the foundation. И именно в этот момент, вот то, что Сунити сравнивала с домом, да, мы как будто переходим из вот этого подземелья. Мы переходим на второй или третий этаж и начинаем действительно жить в нашем доме. And so also we can understand and feel that our home is not where our body is. И мы можем понять также, что наш дом не там, где находится наше тело. Our home is where there is love and where there spreads love and where only love reigning, nothing else. Наш дом — это там, где правит любовь, там, где распространяется любовь, и там, где она живет. Where when you pick a flower, когда вы срываете цветок, it never melts. Sorry, it never melts. Melts, what means melts? It never, how are you saying? Dies.
Melting. Тает. Тает. Как да. Мороженое, лед да, тает. Тает. Когда вы берете цветок, он никогда не тает. And where it is, where all is eternally living and never dying, this is our real home. И мы вечно живем и никогда не умираем. И это наша истинная дом. This is where we belong to. Это то, для чего мы предназначены. On my journey back home, leaving behind me and mine. На моем пути назад, на моем пути назад я оставляю мне и моё. It won't take long till the moon begins to shine. Этот путь не займет много времени, лишь пока луна зайдет, начнет сиять. And the moon is representing Radha. Это стихи, видимо, какие-то. This is some verse. It's yours. Radhe, Radhe. This is Radharani. I just decided. Да, вот Рагунат Прабу стихотворение сочинил, и ну, метафоричное такое, аллегоричное стихотворение. And this is the power of the foot dust. Very nice. That is the power of the foot dust. Тоже Суните понравилась поэзия. Вот эта сила этой пыли с лотосных стоп. Раде, раде. Раде, раде. Thank you. Can I ask my question? Раде, раде. Можно спросить, где это мой фильм? Ача, о, yes, sure, your question. Да. Я хочу как бы уточнить, да? Если игры в духовном мире вечные, то такие личности, как богиня Лакшми, да, Утпала, они молятся изо всех сил, чтобы достичь этой возвышенной пыли Ракхики. Но они не могут этого достичь. Это что, их ну, как бы вечная сева, да? Молиться, 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 но никогда в жизни к этому не прийти. Никогда не получить. Так, да? Radha Mohan Prabhu is asking, the Leelas are eternal. And it seems that Lakshmi Devi and Uddhava Mahashai and all these demigods, they are praying, they cannot attain this dust and they are praying eternally for this dust. Is it true that it's their eternal Leela also to pray for this dust and not to attain this dust? Yes, this is my understanding. Да, у меня такое же понимание. Of course, every lila is a little bit different, but generally, whenever Krishna comes to this planet Earth, these lilas are manifested. It will be like that. Конечно, лилы они меняются немного, но по большей части, да, когда эти лилы проявляются здесь, на Земле, то так оно и есть. In all the universes, he is playing and showing his pastimes. But only once in the day of Brahma, Mahaprabhu comes. И Кришна, он являет свои лилы в разных вселенных, не только один раз в день Брахмы является Махапрабху. So it's a rare opportunity to go deep and look on the different levels of the house, like Raghunath Bhaiya was explaining. Это очень-очень редкая возможность узнать об этом, о том, что принес Махапрабху, и посмотреть на этот дом, да, его, посмотреть на его самые высокие этажи, то, о чем говорил Раghunath Prabhu. Like we know, Mahamantra was also given before Mahaprabhu. Мы знаем, что Махамантру давали и до прихода Махапрабху. But this deep understanding of Radharani's love and in the mantra is only revealed by.
Но вот это глубокое объяснение Махамантры, в которой описана глубина любви Радхики и Кришны, была дана только Шри Чайтанья Махапрабху. Because this depends on the bhav. How you feel mantra. Как ты чувствуешь мантру? The mantra can have so many meanings depending on the intention of the one who is meditating and praying. Мантра может иметь очень много значений в зависимости от того, какие цели у молящегося, какие у него желания, настроения. And mantra is eternal, as we know. Как мы знаем, мантра вечна. That's why I was so shocked when I heard that we can chant Mahamantra for millions of lifetimes and not go back to Vrindavan. Поэтому я была буквально шокирована, когда услышала, что слова о том, что вы можете повторять Махамантру миллионы жизней и так и не вернуться обратно в духовный Вриндаван. That's a heavy statement, right? Because we want to go back to Godhead. Это очень суровое высказывание, правда? Потому что все мы хотим вернуться к Богу. But to be sprinkled by the sweet foot dust of our Swamini and the mercy of the deepest moods of her love, that is only by Mahaprabhu's and our Guru Vaga, our Guru Manjari's grace. Но это милость нашей Гуру Манджари, нашей всей Гуру Варги, что мы можем прикоснуться и посыпать свою голову пылью со стоп радики. А что значит эта пыль? Это ее самые глубокие настроения любви и это осознание этих настроений. And this is happening now, right? Now. И это происходит прямо сейчас. Я права? To come back to the present. Right, Raghunath Bhaiya, we must live in the present. Мы должны жить в настоящем моменте, я права, Raghunath Prabhu? Yes, yes, yes. Right, we must live in the present. Мы должны жить в настоящем. And there is no other way, and there is no other way, and there is no other way. И нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. If you want to meet Radha, and you can feel it in your heart how much you love her. You can feel it in your heart. Nobody else can do that. You can feel it in your heart how much it there. И только вы сами барометр как бы да своих чувств. Только сами можете сказать, насколько вы к ней привязаны, насколько вы ее любите. Никто за вас этого сделать не сможет. It's like a little bit like this when you fall in love. I mean. Before so many times, I personally can say I fell in love with somebody. Это можно сравнить, вот как мы в нашей вот этой жизни, да, прошлой, как мы влюблялись, да, в юности. Nobody can explain that. Никто не может свои чувства объяснить, эту влюблённость. You can only feel it. Только можно почувствовать. But now that is more intense. Но сейчас это еще более интенсивно. Because when you're really in love with Radha, потому что если вы по-настоящему влюбляетесь в Радху, you feel like you want nothing else anymore from this world. Вы чувствуете, что больше в этом мире материальном вам ничего не нужно. All name, fame, glories, everything died for you. Для вас умирают все эти цели к имени, славе, прославлениям. And you only want to have her, Swamini. Единственное желание — это обрести ее с вами. There is no interest in nothing else. Больше нет других интересов. And this means presence. This means here and now. И это я называю здесь и сейчас, быть в настоящем. Only live in the present, Radhe Radhe. Всегда жить в этом настоящем. Raghunath Bhaiya, but why you could fall in love? Because you meet somebody who is in love, and that's our dear Gurudev. And he brought us out of the cellar of Vaidhi and the, you know, consciousness which is stuck in fear and awe and reverence.
He brought us upstairs to look out of the window of his heart. He opened the heart for us. Но Рагуна, can I translate? Sorry. Но Рагунат Прабу, как вот вы влюбились, да? Это вы встретили того, кто уже любит. Это наш дорогой Гурудев. Это тот, кто поднял нас из этого подземелья Вайди Бхакти, ну, исполненного такими сковывающими настроениями почтения, благоговения, страха. Он поднял нас на высокие этажи и открыл нам окно своего сердца и показал нам. It's Gurudev and it's Param Gurudev and it's Radhe Manchari. Это сделал Гурудев, и это сделал наш Парам Гурудев. Сам Рагунат Дас Госвами. This is really true, yeah, for sure. Да, это, конечно же, это да, так и есть. Через active now. They are active now, and we should activate ourselves with their mercy. Они активны сейчас, они действуют сейчас, и наша цель — это активировать себя, сделать доступным себя их милости. Джагатам Диди wants to say something. Yes, Джагатам Диди. Джагатам Диди, ученица Шрилы Прабхупады. Yeah, Shri Radhe. Thank you so much for your beautiful discussion, devotees. It's so lovely. Yeah, I just wanted to say that Gurudev, he distinguishes between Sarika and Sarana City. Так, у кого-то включен микрофон. He distinguishes between Sarana City and Kripa Siddha. Я хотела бы сказать, что Гурудев всегда разделял между садана ситхами и крипа ситхами, двумя типами преданных, которые достигают совершенства. We do our sadhana as best as we can, but how much really can our sadhana bring us to this goal of Radha Dasyam? Мы, конечно, совершаем нашу садхану иногда вот всю жизнь, но действительно ли наши усилия могут привести нас к Радха Дасьям, лишь наши усилия? So Gurudev always says, we are Kripa Siddha. Only by mercy we will reach this. Гурудев говорит, что мы не садана ситхи, мы крипа ситхи, только по милости мы можем достичь эту самую возвышенную цель. So I was thinking about Radha Mohan's question and how like Uddhava was sent by Krishna to Vrindavan in order to try to understand the moods of the gopis. Я раздумывала над тем вопросом, который задал Радха Мохан, и Кришна, для чего он отправил Уддаву во Вриндаван. So Uddhava was astounded by their intensely deep praying, but he couldn't achieve it himself. Он послал во Вриндаван Уддхаву для того, чтобы тот увидел любовь гопи, и тот был просто ошеломлен, увидев глубину их премы. So he desired to be like a blade of grass in Vrindavan so that the gopis would walk over him. И он молился, чтобы стать травинкой или кустиком в Вриндаване, чтобы гопи смогли наступать на него своими стопами. But still he is fixed in his ras, in his swarup, which is one of servitorship to Krishna. Но Уддава уже имел свою сварупу, фиксированную сварупу слуги Кришны, и он не мог перейти в другую. And also Lakshmi Devi, she prays and she does austerities and she begs to be able to enter Rasleela. И вы помните, что Лакшми Деви, она плакала и просила, совершала суровые аскезы, чтобы войти в Расалилу. So Narada Muni comes to try to give her that benediction. So he says, "Can you? You will have to learn how to make cowpatties." И тогда к ней явился Нарада Муни. Он хотел помочь ей и сказал: "Хорошо, ты сможешь это сделать, но можешь ли ты стать пастушкой и делать как пастушка коровьи лепешки?" And you will have to take birth in the womb of a gopi, and you will have to marry a gopa. И для того, чтобы войти в Расалилу, тебе нужно будет стать гопи, то есть родиться из лона гопи и потом выйти замуж за гопа.
And Lakshmi Devi said, well, I don't really know how to make cowpatties. Но Лакшми Деви сказала, на самом деле я не знаю, как делать лепёшки из коровьего навоза. And how could I ever leave my husband, Lord Vishnu? I cannot do that and marry a gopa. И как же я могу уйти от моего мужа, от Господа Вишну, и выйти замуж за обычного гопа? So still she is performing austerities in order to, you know, find some connection with Rasalila, but because she doesn't have that swarup, she will not get that. So, yeah, she doesn't have that kind of kripa. И Лакшми Деви говорится, что она все еще совершает эти суровые аскезы, но она не сможет войти в танец раса, потому что она не имеет этой сварупы, и она не имеет этой крипы. Шрила Прабхупада said once, generally speaking, the your swarup will not be changed. You will stay in your swarup. И Шрила Прабхупада говорил, что в общем сварупа не может меняться, что она уже что-то фиксированное. Sometimes it is changed. Шрила Гурудев explained to us how Prabodhananda Sarasvati wrote Radharasa Sutta Niti. He is Tungavija Devi. He is one of the girlfriends of Radhika. И Шрила Гурудев нам объяснял, что иногда это возможно, например, на примере Шипада Прабхадананда Сарасвати, который в вечных лилах Кришны является Тунгавиди и Саки, но когда он писал свою Радараса Суданитхи, он писал в другом настроении. But seeing the high and deep prem of the gopis, he had some desire to also of the manjaris of me, as he had some desire also to become a manjari. Видя эти возвышенные, очень глубокие настроения манджари, Прабхадананда Сарасвати Такур тоже захотел такое настроение. But whether that desire was realized for him, I don't know. Maybe someone else knows. Но реально это желание, я не знаю, может быть, кто-то другой знает. Раде, раде. Раде, раде. Thank you, thank you. Я тогда возник еще вопрос. То есть все определяет сварупа, скайпхава, да? Живого существа. Ой, Рада Мохан Прабу, извините, пожалуйста, у вас очень сильно, как сказать, фонит. У вас может быть с двух открыто, нет? У вас одно окошко открыто. Очень помехи звуковые сильные, как будто бы два открыто окошко с зумом. Да-да, у меня после компьютера и это. Я отключил вот, компьютер, сейчас скажу. Вот, все, теперь слышно, спасибо. Просто очень прямо аж. Ага. Значит, получается так, что все определяет сварупа живого существа, да, ситхадеха его или сайфтава, да? Вот, но сейчас... Джага там привела пример, да? Что на примере Прабхадананда Сарасвати возможно все-таки изменить сварупу. То есть как тогда это понять? С одной стороны, ее невозможно изменить, потому что она уже дана, все. А пример такой существует. Radha Mohan Prabhu is asking, so from one side we see that сварупа is something fixed. But from the other side, we see that Prabodhananda Sarasvati wrote his Radharasa Sudanidhi in Manjari Bhav. So it can be changed, right? In some cases, Swarup. Yes, in some cases, Prabhupada said yes. Прабхупада сказал, что в некоторых случаях она может меняться. Yes, yes, so we know also from Shyamananda Pandit, he was first disciple of Hridaya Chaitanya, who taught him in the mood of a gopa. Мы также знаем пример Шьямананды Пандита, это первый ученик Хридой Чайтаньи, и мы знаем, что он его учитель учил его в настроении гопы. And then he came into the association of Vrindavan, of course, of Shiva Jiva Goswami. And then he realized his manjari swarup by the mercy of Shrimati Radhika and Lalita Devi.
когда Шримананда Прабху приехал во Вриндаван и обрел общение с Шрилой Дживой Госвами, то по милости Лалиты Деви и Дживы Госвами он обрел свою Ванджари Сварупу. But it's interesting that even though Lakshmi Devi got the association of Narada Muni, her somehow her bhav could not be changed. И мы видим, но мы видим, что Шри Лакшми Деви, она обрела общение с самим Нарадой Муни, но ее бхава никак не изменилась. For me, I understand Jagatam Didi that this is a lila because actually Lakshmi Devi is an expansion of Srimati Radhika, serving Vishnu in this way. Я понимаю, Джагатам Диди, что ситуация с Лакшми Деви — это просто лила, потому что, по сути, Лакшми Деви является экспансией Радхики. It's all to propagate the glories of Shrimati Radhika and the gopis. Эта лила была нужна для того, чтобы пропагандировать славу гопи и Радхики, их настроение. And I feel the more... is revealed in the heart by the mercy of Guru Manjari. И многое проясняется в сердце благодаря милости Гуру Манджари. There's a possibility to go in the higher levels of house of love. И эта милость проявляется в том, что мы можем заходить на все более высокие этажи этого дома любви. Божественной любви. Or let's say the house of Prem. Или этот дом можно назвать домом Премы. And the mind is causing duality in the thinking process of why is it possible and how it happens. И наш материальный ум устроен так, что он всегда мыслит в дуальности, да, что это возможно, а это вообще никак невозможно. But when the level comes that there's this revelation, I think then this all duality is dissipated. And that's why our Srila Gurudev, Narayan Maharaj, he always said, this you will get at the answer. Sorry, can you repeat the last words? Because interruption. Our Gurudev, Narayan Maharaj, many times he was asked questions and he would answer, this I cannot answer. You have to get the answer through doing bhajan. You do your bhajan and this will come to you. Mm. И Сунити говорит о том, что очень много, да, наш ум, он дуален, и он не может понять чего-то, что очень важно обрести осознание, и на уровне осознания эта дуальность пропадет, то есть пропадут вот эти метания ума, да, как это возможно. И наш Шрила Гурудев Нараяна Махарадж очень часто на вопросы, которые ему задавали, он говорил, ну, я не могу ответить на этот вопрос, вам нужно самим это осознать в вашем личном баджане. And I have no big realization, only that I'm fully a creeper case. И у меня нет реализации, потому что я чисто такой пример беспричинной милости, которую ко мне проявили. I have that full but what realization I can feel, also. Yeah, that is a good realization, right? Это хорошее осознание того, что мы сами ничего не знаем. То есть все у нас по милости что-то приходит. But what I feel when I'm aroused also, and I really take shelter, fully surrender to the holy names and all the mantras we have gotten, then the answer will come. It will come, and it's amazing how these answers come. И вот я осознала, что если мы полностью предаемся нашим мантрам, харинаму, гаятри, то ответы сами приходят, и порой даже это каким-то удивительным образом. So nice, Jagatam Didi. Thank you for sharing. I would like to hear you more often in these sharings. Always what you are sharing is so valuable. Хочется больше вас слышать, Джагатам Диди, потому что то, что вы говорите, очень ценно. И, пожалуйста, побольше высказывайтесь. Thank you so much, Suniti Didi. I'm feeling very grateful. I was in a black hole for a while, and somehow
by mercy of Gurudev and our acharyas. Some clarity is coming, so thank you for that. Большое спасибо. Я какое-то время была в какой-то черной дыре, но по милости нашего Гурудева я обрела свет снова. Поэтому спасибо вам. Thank you, Jagatam Didi. Thank you, Sundi Didi. Thank you, Raghunath Das. Prabhu. Can I also mention one thing from this beautiful verse? Maybe you can also comment this. It's my question, but it's like small one. Please. Here in this verse, the dust from Radhika's footprints and her lotus feet is called Paraga. Paraga. It's very nice for meditation, very nice thing to meditate on. Yes, because for dust in Sanskrit, there are many words, you know, and this Paraga seems to be something special in this very verse. Я задала вопрос, что в этом стихе слово «пыль» со стопратхики, само слово «пыль» обозначается словом «парага». И вообще в санскрите много слов, означающих «пыль», да, «рену», там еще какие-то слова. Но это слово, чувствуется, что оно не случайно здесь появляется, что это какая-то особая медитация. И вот я хочу тоже, чтобы преданные объяснили. Please, can you share this meditation on the word dust as paraga? Govinda Mohini Prabhu, could you please spell that word? Paraga. Paraga. Right. Thank you. And you know, the next word is parama, greatest. So probably paraga means pa, means greatest, and raga means love. How do you think? Я сказала, что следующее слово парама, да, это великое. То может быть слово парага означает па, это парама, а рага это любовь. Parada means that when Krishna is always pronouncing Radha, he gets a taste out of it, and this is called Radhi Rasananda. Когда Кришна повторяет имена Радхики, и он полностью погружается в это сумасшествие, да, в это настроение, это называется Радхи Расананда. So, that is actually equivalent with Sarasa. И эта Рати Расананда по значению равна понятию Сараса. Because he gets out that he gets the Rasa actually from Radha. Потому что Кришна берет свою расу из Радхики. It's like Radha Kunda is filling Shyama Kunda. Это подобно тому, как Радха Кунда питает своими водами Шьяму Кунду. And because of Parada, Hare is the first, and then comes Krishna in the Mahamantra. И в Махамантре также сначала Рада упоминается, потом Кришна. Radha. So Parada is the highest of the mantras. И Парага это может означать, что это наивысшая мантра. It's like Матанакья Махабхава. Это как Матанакья Махабхава. The highest of what is possible. And that means наивысшее состояние. The boat is that there is nothing higher than this. Это означает такие чувства, выше которых не существует чувств. For example, when Mother Yashoda tells
Mohan, now you do your meditation. She says to Mohan, to Krishna. И как мама Ишода, она спрашивает своего сына, как ты медитируешь? Go to the yoga pit and do your meditation. Иди на йога пит, сядь и правильно совершай свою медитацию. And yes, mommy, I do. И Кришна говорит, да, конечно, мама, я пойду. Actually, it was about, you know, they were like Narayana was the highest for them. Krishna was the sun. И во Вриндаване Господом является Нараяна, а Кришна просто их сын. So, when he ended in the yoga pit, in his meditation room, where the mother sent him, where Yashoda sent him. И Яшода отправляет его на йога-пит. Там есть специальное место для медитации. He doesn't say Narayan. Narayan, no, he doesn't say this. Но он не идет туда повторять имена Бога. Он не идет повторять Нараяна, Нараяна. He only says Radha, 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 nothing else. Он там повторяет только имена Радхи, Рада, Рада, Рада. And a few minutes later, he's standing at the window of the kitchen. И несколько минут спустя он уже стоит около окон кухни. Where Radharani is cooking. Где Радхарани готовит. With a lot of elegance, you can say. Да. Где она проявила свою удивительную, изысканную форму. And he's only enchanted. И он просто заворожен. So Parada is that one is the highest of all mantras. И Парага это наивысшая из всех мантр. That's why we always hear first Radha and then Krishna. We never say Krishna Radha. We always say Radha Krishna. И мы всегда повторяем Радха Кришна. Радха всегда идет первой. Or Radha Mohan. And this is the exchange between this Mahabhav and Ras. И это обмен между Махабхавой и между Расой. And when we are lucky as Manjaris to feel this, that is Ananda. И мы, как Манджари, испытываем Ананду. Мы очень удачливы. And when we tell that to Radharani about Krishna, what he is doing, that is called Rati Rasananda Samohita. И когда Манджари рассказывают Радхике, как ведет себя Кришна и что он чувствует, это называется Рада Расананда Самохита. 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 Pleasure, what she feels when somebody tells her about Krishna. Это то счастье, которое чувствует Радхика, когда ей рассказывают о Кришне. So Radha. Radha is Parada or Radha. That's it. Parada. Parama-Radha. Parama-Radha. Ah, yes. Raghunath Prabhu, in the verse, it is Raga. The dust is Paraga. Mm-hmm. The word dust in this verse is Paraga. Paraga. Yes, right. That is Raga or Paraga, the highest Raga. Да, вот что Парага — это наивысшая Рага, как Парама Рага. Because Парага or Парада — that is the highest. Это наивысшая. And when there is an understanding of the both exchange of Mahabhava and Ananda, this is Anurag. Потому что Анурага, да, или Рага — это обмен между Махабхавой и Расой. So this goes all out from Radha. И все исходит, все чувства исходят из Рады. Okay, thank you. Jai, Govinda Bahini, Prabhupada used to say, he used to tell us that when we enter Vrindavan Dham, that we should get down from our car or wherever we're traveling in and roll in the dust, roll our bodies. Шрила Прабхупада нам, ученикам, говорил, когда приезжаете во Вриндаван, вы въезжаете туда на машине или еще каким-то транспортом, вы должны выйти и начать кататься в пыли Вриндавана. So
just now today I have gotten such a beautiful understanding of that dust. И сегодня я получила это понимание, что такое пыль. Of course, in those days back in the 70s, I'm thinking of Krishna, but now I understand that dust is full with the beautiful dust from Shrimati Radhika's lotus feet and the gopis. Тогда, возвращаясь в 70-е, конечно, мы думали, что это пыль Кришны, да, о чем нам учитель говорил, но теперь я понимаю, что это, конечно, была пыль гопи, пыль Радики. So thank you for that beautiful point about Parага, but for both you and Raghunand Prabhu. Mm-hmm. Спасибо большое, что вы затронули эту тему и медитацию на это слово Парага. Спасибо, Рагунат Прабу, вообще за эту тему. Thank you. Yes, all glories to the dust. And we want to get the mercy of the dust, of the dust, of the dust, like the dasi, anudasi, anudasi. Вся слава этой пыли, да, и мы хотим как, да, как обрести милость пыли, 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 да, как по примеру быть да, даси, 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 анудаси. That's why the names what I get also Shrimat or Shripat is so sweet, because this is also filled with the dust of Shrimati Radhika's lotus feet. И мне кажется, вот мне такое пришло, что почему мне так сладостно слышать имена Шримат или Шрипат, потому что это также связано со стопами Радхики. Шримат, Шрипат, the mercy of the foot dust. It's our goal, it's our aspiration, it's our prayer. И Шримат, Шрипат, да, это связано с милостью Радхики, с ее с пылью с ее стопы. Это наша молитва, это наше чаяние, то, чего мы хотим достичь. So everybody is satisfied and happy? I'm completely satisfied. Next time we can ask Gurudev about also about this verse and this word, Parāga. Parāga. Yes, this afternoon. Oh, this afternoon, right. Yes, this afternoon it will be. Why not for Sunday? Все ли удовлетворены? Суните спрашивает, все ли довольны, что уже конец класса? И сегодня в 12 будет Гурудев, и можно ему будет задать вопрос, например, по этому стиху, если есть. Русские преданные, вы здесь? It would be so nice if you all could be here and we could hug each other. Было бы хорошо, если бы мы могли быть все в одном месте, обняться. But you are here, but yeah. Вы, конечно, все здесь, но это все-таки дистанция. This is always our condition on this planet. Такова уж наша обусловленность этой планетой. So, yeah, anyway, рады.